Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в GTA San Andreas. Так, друзья, ну и сегодня я решил... Сегодня я решил побегать... Ты что делаешь, сука? И сегодня я решил побегать по дополнительным заданиям. У нас остается не так много. Вот, у меня есть полный список. О, кстати... Здесь вот рядом имеется спортивный зал. У нас есть квест, ну, для прохождения на 100%. Нам нужно во всех трех спортзалах, во всех трех городах победить противников. И выучить новые приемы. Я не помню, в каких спортзалах я дрался, я вам честно скажу. Поэтому я сейчас выебу во всех трех спортзалах всех вот этих трех дурачков. А ты что делаешь, сучка? Спокойно, блядь. Я его буду с кастетом хуярить, с бронежилетом хуярить. Ты чё? Ты чё, мудень? Алло! Встань, дурень! Встань, придурок! Ну, сука, ты что делаешь-то? Ты чё мудила, блядь? Ну-ка. Сука, охуел, псина. Вот ты паскуда. Да что такое? Пидорас, блядь, по яйцам бьет. Крыса ебаная, сука. Выбей его, вы... Да что такое-то, блядь? А как от удара-то уворачиваться? Ебаный Dark Souls, спокойно. Ногой его хуярь по яйцам, вот так вот. Отлично. Удар в движении, без проблем. Так я, блядь, только что так и делал, алё. Только я не отражал, я левую кнопку мышь, но это, по-моему, одна и та же. Один тот же удар. Или нет? Да должен быть один и тот же. Но он у меня такой хуйни вот сейчас не делал. Он ногой пиндал. А, зафиксируй. А как мне фиксировать цель? Я вот типа правую кнопку нажал, а как фиксировать? Ну-ка, слышь, что? Вот он не фиксируется. Я, блядь, хуй знает. Альт, Катерил. Тут я знаю, прям можно зафиксировать цель как-то. Ебать, на колесико можно развернуть камеру. Прикольно, я только сейчас об этом заметил. Ладно, неважно. Неважно. Главное, что мы выебли этого упыря. И мы с вами красавчики. Едем дальше, едем в следующий город. Я поеду, наверное, по железной дороге. В любом случае, она нас приведет в следующий городишко, потому что они тут все закольцованы. Ебать, какая плохая тачка. Она очень медленно едет. А есть моцики. Бляха, менты, вы что тут? По кругу хуярите, да? Слышите, придурки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Отношения с Денисом почему упали, блядь? Денис же не коп. Какого хуя? Так, спокойно, ментяры. Это говно нихуя не едет. Да что происходит-то с тобой, дурень? Съебались. Все нормально. Спокойно. Бляха, а тут музыки не будет. Тут не будет музыки, но на самом деле по хуям. Мы так просто доедем намного быстрее, я так думаю. Вот, и я заодно покажу вам, как я... как я научился ездить на заднем колесе. Пока собирал всякие автомобили. И не только... Что там было? Там, по-моему, под... А, ебать. Нихуя. Вход куда-то. Но он, по-моему, не открывается. Так что ладно. Покажу вам, как я научился на заднем колесе ездить. Конечно, желательно прямой все это делать, потому что... Ну, потому что вы сами видите. Он так у меня не поедет нихуя. Тут поворачивать нужно и на колесе кататься, на заднем. На переднем не знаю, на переднем не умею. На переднем сложно. Сейчас я вспомню, как это делается. Да ебаный в рот, одни повороты, сука, он не дает мне. Я начинаю поворачивать, он начинает падать. Собака.
А чё мне деньги-то не дают, ёбаная? Я ж, ебать, катаюсь на заднем. О, чё тут дали? 70 баксов ещё подзаработал. Красавчик. Красавчик я. Вообще молочек. Идем дальше. Все, где-то здесь, по-моему... А, не, ну я так не вспомню. Я не настолько хорошо знаю карту. Ну, сейчас найдем. Сейчас найдем, где-то здесь недалеко должно быть. Давайте-ка я вот на эту дорогу съеду, наверное, да? И быстренько мы сейчас все это дело найдем. Опа! Ха-ха! Красота! Так, спокойно. А, значит, escape карта. Все, я нашел местечко. Единственное, что неплохо было бы, наверное, сохраниться, потому что мало ли что, вдруг нас покалечит нахуй. Придется переигрывать. Переигрывать бы не хотелось. Кстати, вот и дом. Вот и дом, который нам не помешает купить. Да, нам нужно, я напоминаю, скупить еще и все имущество. И этот домик мне, сука, ёпта, подходит. Ну-ка, перелезь. Хорош. Так, всего лишь 10 тысяч. Это не, это вообще копейки. Учитывая, что у нас 5 миллионов. Это прям вообще мелочи. Ну и хатка, скажем честно, в райончике таком себе. Квартирка маленькая, ёпта. А, целый месяц, между прочим, не записывал GTA-шку, ну... Так вот получилось. Так вот получилось я не специально. Зато сейчас постараюсь записать сразу несколько серий. Вот. Я думаю, как раз за две серии, мы с вами выполним все, абсолютно все доп-миссии, которые у нас остаются. Вот. Я, кстати, скажу, какие миссии у нас остаются. Так, нормально все. На ту кнопку нажал. Ничего я там не сломал? Нет, вроде идет запись. Я вам скажу, какие у нас миссии остаются. Ой, прошу прощения. У нас их остается не так много. Нам нужно собрать все чекпоинты в BMX Challenge в Лос-Антосе. Собрать все чекпоинты в Energy 500 Challenge в Лос-Ан... А, в Сан-Фьеро. Где находится одна из этих миссий, я знаю. А вторую придется нам загуглить. Вот, потому что одну я нашел, вторая хз. Где... А, я, кстати, был в этом спортзале. Только я не помню, дрался я тут или нет. Ну, ничего страшного. Закрепим, так сказать, урок. На всякий пожарный. Я так понимаю, здесь нужно по одному разу победить. Опа. И приемчики типа все выучим. Да, естественно, я согласен. Бронежилет есть, кассет у меня на месте. Так, новый прием, ёпта. У сука, блядь. У сука, упырь. Ну-ка сдохни, ну-ка сдохни. Во, хорош, новые приемы. Хуярь в него, хуярь. Во. Это вам, блядь, не Dark Souls. Я тут сейчас все... Что ты делаешь? Это не та кнопка. Он по мне даже ни разу не попал, по-моему, сегодня. Ах ты чертилой бесполезный. Ну-ка давай, не выебывайся, сучка. Алло, ты что делаешь? Ты что делаешь? Лежачего бьешь, паскуда? Ты охуел? Охуел? Да ты что делаешь, пидорас, блядь? Спокойно, ебать, хорошо, что сохранился. 24 мая, поехали. Ебать, упырь, ты чё? Он просто, блядь, с катушек слетел под конец, с ума сошел. Не-не-не, хорошо, что сохранился, хорош. Бляха, я уже уверен, что я с ним в прошлый раз не дрался, потому что... Что-то он больно жесткий, типара. Типяра. Вот тупырь, а. Так, пацаны, вы со мной, да? В спортзал поедем. Ты девка? Почему ты не вылезла? Не знаю, она решила поехать со мной, без проблем. Я как бы ничего против не имею. Да, довезу, провезу. А потом еще и машину отдам, она мне как бы не особо нужна. Но ебаный, кто забыл? Ой, ты куда? Ну, сучка. Вот гадина. Кинула меня. Просто взяла и кинула. Я ее довез бесплатно. Ничего с нее не просил. Я, может, собирался попросить, но еще ничего не просил. А она так со мной поступает. Ну, как не стыдно? Как не стыдно, что это было?
А, это нормально. Все, это надпись подгружается. А мне показалось... Ну ладно, не важно, что мне показалось, что там написано, похуй. Короче, поехали. Надаем пизделей этому упырю. Жалко, я не могу пушку достать тупо и все. Ну что такое? Ну я не специально. Ну и, конечно, ментяра стоит здесь прямо вот. Ну, конечно. Давай, постреляй. Не надо, дружище. Ты же видел, что я не специально, меня подставили. Меня подставила та сучка, которая вылезла из тачки. Спокойно, тихо, тихо, тихо. Только не стреляй, ублюдок. У меня сложная битва сейчас будет. Мне нужен броник. Так, слышь ты, говна. Кусок. Ну-ка, сука. Чё, блядь, не ожидал, нахуй? Опа, блядь. Блядь. Сука, тактика не работает. Да развернись ты, придурок. Вофлежуйка. Сука. Да ёб твою налево! Да сука, ударь! Ударь, блядь, он не бьет! Сука! Ёбаный в рот, что за говно? Какого хуя-то? А как мне его побеждать, ёбана? Топчи, топчи, топчи эту суку! Ой, блядь, я ему пятки отбил, нахуй. Сдохни! Ты уже красный весь! Еби! Еби! Ха-ха, по яйцам, блядь, стучал. Ты смотри, жесткий упырь. Он, блядь, у него два удара, и ты... ты нахуй лег. Да я, блядь, так и делал, ты чё? В смысле? Алё, я нажимаю правую кнопку. Ну, я Enter не нажимаю, ладно. Ну, мне кажется, Enter и левая кнопка то же самое. Почему у меня таких-то ударов не выходило сейчас? Мне тот упырь говорил абсолютно те же движения. Ну окей, изучены новые приемы, спорить не будем. Спорить не будем, я думаю, больше нет смысла с ним биться. Есть резон взять бронежилет и сохраниться на самом деле. Ну да ладно. Так, во-первых, есть моцики? Моциков нету. Я думаю, сразу во второй город поедем, там найдем где-нибудь броник. Вот, и будем уже плясать. От этой дудки. А есть нормальный транспорт здесь или нет? Что за районы бомжатские, нахуй? Пиздец. Пиздец. Ну ладно, вот это возьму. Core, давай, мать, вылезай. Угу. Спокойно. Спокойно. Так, значит, мне нужно выехать на железнодорожные пути и добраться вот до сюда. Мьюзик. Отлично. Погнали. Погнали. Погнали, поехали. Если найдем мотоцикл, попробуем пересесть на него. Но моцика пока что нет, поэтому приходится ездить на том, что имеется. Вот, сохранимся где-нибудь там. На месте. Броник тоже найдем где-нибудь там на месте. Потому что, ну, я вообще не знаю, где они тут лежат. Ну, может, если заметим, подберем. Вряд ли мы заметим. Тут обычно хорошие предметы по всяким нычкам, закоулочкам разбросаны. Так что фиг найдешь. Случайно. Так, мы по ЖД хотели ехать. А как поедем по итогу? А фиг его знает. Ладно, поехали просто по дороге. Куда-нибудь да выйдем, я думаю. Ёбаный в рот. Какое же говно, а? Move your body, да. Неповоротливое говнище просто. Так, вон же дорога. Давайте я на нее выйду. И будет отлично, будет замечательно. Блять, ну какая же отвратительная машина. Нахуй я ее взял? Пацаны, есть моцики? Да таксист, ты-то куда лезешь еще? Я подумал, он за мной решил ехать. Но нет. Нет, все нормально. Так, я вообще в ту сторону? Ну, по идее, в ту сторону я еду. Просто тут бывает... Кажется, что вроде едешь правильно, а потом по итогу железка сворачивает вообще куда-то нахуй не туда. Но это едет правильно. Это нормально. По этой железке мы спокойно с вами сможем доехать.
Так вот, что нам остается? Нам остается собрать вот эти чекпоинты, выиграть 3 гонки на горных велосипедах на горе Щелиад. Возможно, мы сегодня этим займемся, потому что где чекпоинты, я не знаю. А вот где гора Щелиад, примерно понимаю. Правда, я так гонок не видел, скажу вам честно, но где она примерно находится, я знаю. Она недалеко, кстати, от того города, который мы сейчас едем. Вот. Так, дальше. Выучить 3 стиля борьбы в спортивных залах. Это мы делаем сейчас. 4 задания в тирах амунация. В тирах я, по-моему, вообще не учил никаких стилей. Поэтому это тоже нужно будет прокатиться. По всем 4. Вот, то есть тут я, может, еще где-то каких-то этих сражениях участвовал. А там я точно ничего не делал. Поэтому так, скупить всю недвижимость это мы сделаем, ну, по мере прохождения. Сейчас мы не будем этим заморачиваться. Вот, это, наверное, единственное задание, которое останется у нас невыполненным за эти 2 серии. Ну, потому что мне лень разъезжать по всем городам, скупать все эти, скупать все дома. Просто будем рядом, будем покупать. Вот, будем придерживаться такой стратегии, такой политики. Дальше. Дальше нужно, кстати, сохраниться. И у нас еще есть миссия 7 заданий в карьере Хантер. Это раз. И у нас есть миссия 3 миссии курьера во всех городах. Ух ты. Ёбана. Это кто мне сюда положил? Не видел, не знаю. Так, я вот не понимаю, стоит ли мне искать здесь брони где-нибудь поблизости. Я еще где мне его искать, если уж на то пошло. Бляха, менты, собаки. Вот вы постоянно лезете куда-то. Перейдетесь из ниоткуда. Тихо, 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 пацаны. А, не шумите. Не шумите, не бунтуйте. Так, точка, я так понимаю, уже рядом. Ух ты. Хорошая. Какая-то тачка стоит. Приметная. Да в смысле? Нахуй я в этот район забежал, тут даже нет ничего. Так вот. Я думаю, сегодня мы выполним... Ну, естественно, мы сегодня выполним задание в спортзалах. Это первое. Потом попробуем выполнить задание в тирах. Попробуем пройти 7 заданий в карьере Хантера. Я думаю, вот так вот. Остальное, наверное, я оставлю на... следующую серию, ну, за одну серию сложно это все сделать. Так, вот в этом спортивном зале я не помню, чтобы я был. Скорее всего, я здесь вообще не был. А что это такое? Это спортивный зал? Ебать, нихуя себе. Вот это да. Вот этого нет, тут я точно не был, слушайте. Если в тех я еще мог как-то каким-то боком бывать. А, ну тренажер, кстати, тут есть. Я подумал, здесь вообще нихуя. Ладно. Чёрт. Так. Yes. Уя! Уя! Блять! Ты чё, обосрался, дедуля? Ну-ка, бля. В смысле? Так я, блядь, так и делаю. А давайте Enter я попробую нажимать. Блять, я тогда не смогу двигаться. А чё, ты помер, что ли, уже? Или чё случилось? Ты чё меня всем приёмом-то учишь? Как? В смысле? Или типа я его сбил нахуй с какого-то круга? Ты слышишь, дурень? Еще раз. Я нихуя не понял. Почему? Ну-ка, блять. О, нихуя! А почему, блядь, он сдох-то в прошлый раз? Он мне, кстати, урон не наносит. А почему я теперь только этим приемом-то хуярю? У меня же он разные учил. Или он как-то их по очереди? И все, типа? А ты мне больше нового ничего не скажешь, да?
Ну ладно, я не совсем понимаю, блядь, как это работает. Вот, я, по-моему, в одном из спортзалов точно я учил приемы. Типа. Но он мне каждый раз писал, что выучены новые, ну окей. Сейчас мне ничего не написал. Короче, хуй его знает. Этот бой был очень странным. Я победил два раза, я красава. В таком случае, ищем ближайшую амунацию в этом городе. Их всего должно быть 4. 4, то есть где-то их... А они не в городах, да, ты мне хочешь сказать? Здесь нет амунации. Нет, есть. Это ж оно? Почему оно никак не написано? По-моему, этих пистолетов больше должно быть, или мне кажется. Вот раз, вот два, вот три. Бляха, в смысле? Тут есть амунации, в которых есть ира, в которых... Или как это работает? Нет, их тут дохуя. А как же мне понять, какие мне нужно? Ха, вот вопрос хороший, кстати. Я что, сейчас буду все эти объезжать? Так, блядь, это вообще никуда не годится. Но мне вот точно вот сюда. Вот по таким значкам мне нужно. Но ёпты. Ёпты бды. Кстати. Ёпты ж бдыш. А как же мне понять, какие именно-то мне нужно? Они же все одинаково здесь помечены. И в каких из них есть как бы вот эти стрельбища, а в каких нету? Я в душе ведь не ебу. Я вот смотрю все пистолетики, но они все одинаковые абсолютно. Амунация помечается точно так. Бляха, вот это плохо. Это мне придется гуглить. Вот тут вот, смотрите, какой-то второй пистолетик имеется. Фиг его знает, что это значит. Но он здесь типа есть. Блять, а там разве есть амунация? Это же прямо рядом с моим этим. А, нет, это не прямо рядом. Ну ладно, не суть. Короче, фиг его знает, надо будет этот вопрос прогуглить в таком случае. Я не совсем понимаю, куда нужно ехать. Я думал, их не так много. Вот, а их оказалось больше. Тогда оставим это дело на следующий раз. У нас есть... Что у нас есть? Это мы сделали. Поехали тогда выигрывать горные соревнования. Находится это вот здесь, вот где-то. Единственное, что я не знаю, где старт. Ну, допустим, вот сюда я доеду. Или вот сюда. А где старт этих велосипедных гонок? Блять, я же хотел купить недвижимость. Ну, ёбана колымага. Не еби мозги. А где тут покупать-то чё? Что я не вижу. А, во, нихуя. Блин, это гараж какой-то вообще, по-моему, я покупаю, да? 40 тысяч, ну давай. Недвижимость приобретена. Так, красота. И, да ладно. Или нет? Не, ну слушайте, это нетипичный, по-моему. Нетипичный дом? Да куда ты нахуй? Зачем ты в этот гардероб зашел? Выйди отсюда. Он не похож на остальные дома. Вообще не похож. Но это меня радует. А тут все модели какие-то одинаковые. Так, ну сюда же, в принципе, сохранюсь. Вот. Бляха, 24 минуты уже прошло, ёбаный свет, а чё так много-то? Я планировал за две серии уложиться. Мы с таким темпом нихуя не успеем. Ладно, давайте чуть-чуть ускоримся. Блять, а как мне проехать-то лучше? А, ну... Я понял, как мне проехать лучше. Погнали. Пацаны съебались. Бляха, пацаны, я же говорю, съебались. Ладно, нормально.
Доедем спокойно. Без проблем. Ладно, ничего страшного. Может быть, получится больше, чем две серии. Может быть, три выйдет. Фиг его знает. Я просто думал, что вроде бы не такой большой список. Быстренько все это сделаем, но... Как-то оно долго получается разъезжать туда-сюда, искать все это дело. В общем, ладно, разберемся, посмотрим, как сейчас пойдет. Вот, будем думать. Я еще не знаю, что там за миссии в Хантере. Долго, как долго нам их придется выполнять. Вот, что там как. Что почем. Бляха, зачем я на встречку выехал? Менты. Менты, спокойно. Я на свою полосу вернусь, никто не против. Никто не против. Замечательно, отлично, превосходно. Великолепно. Так. Вот здесь проходит соревнование или где? Ну, велик я вижу. Велик я вижу, и я еще и моцик вижу, если уж на то пошло. Пройти. Выиграть три гонки на велосипедах на горе Чилиад. А где эти гонки? Написано горных велосипедов. Это горный велосипед, по-моему, это обычный велосипед. Да в смысле, вы охуели что ли? А где гонки-то, ебаные? Как мне их начать? Да нахуй ты мне лишний вес-то скидываешь? Может, мне на велосипеде нужно наверх доехать? И будет спуск какой-то вниз или чё? Не, давайте сначала по низам как-то я прокачусь немножко. Ну, спокойно. Значит, я был вот здесь вот. Блять, ну давай вот сюда доеду, хуй знает. Я просто не совсем понимаю, где старт этих гонок. По идее, вот здесь он должен быть. Может быть, ночью, типа, гонок нету. Может, я сюда приехал поздно. Это тупо стоянка. Бляха, не понимаю. Ладно, давайте. Ну, блядь, это так долго подниматься на самом деле, если там ничего не будет. Это будет вообще крайне обидно. Блядь, как там? Как ускоряться на shift? Постоянно нажимать. Походу, да. Просто я помню, на эти горы фиг заедешь, потом еще из них фиг съедешь. Ну ладно, ничего страшного. Я не совсем понимаю, где эти гонки находятся. Если они реально наверху, то я окей, заеду. Если я сейчас просто так туда катаюсь, то это, конечно же, будет очень обидно. Я просто боюсь, что сюда нужно было в каком-то определенном времени приезжать, но нигде ж ничего не сказано. Какому времени, зачем, чё, почему. Еще и проблема в том, что на этой горе, сука, очень много всяких развилок, и можно кататься... Опа! Ебать, халупа. Ну-ка, погоди. Ну-ка, стоп. Ну-ка, спокойно. Хорош. Здесь стоит мотоцикл. Может быть, начнется миссия? Нихуя не начнется. Блять, ну я думаю, если я доеду на этом, ничего страшного не случится. Ну, типа, какая разница, на чем я доеду туда? Мне кажется, должно быть всем похуй. Если там есть какая-то гонка наверху, то она начнется, на чем бы я туда не доехал. Ну, типа, там должен стоять в любом случае велик. Я ж не на своем должен туда прикатывать, правильно? Хотя хуй его знает. Тут же есть гонки, в которых нас заставляют ехать на своем транспорте.
Ну ладно, разберемся. Просто это намного быстрее, чем на велике-то крутить. Ага. Бляха, ничего не вижу. Нормально. Реал, тут главное не слететь нахуй. Тут надо прям предельно аккуратно, предельно следить за дорогой. Вот, потому что я потом заебусь сюда опять подниматься. Блять, мне казалось, что гонка должна быть внизу, типа. И цель подняться на самую гору. Спускаться-то вниз легче, чем вверх катиться. Ну я хз. Ладно, осталось не так много, давайте доедем. Доедем, проверим, посмотрим. Вот это хорошее, вот это я сейчас чуть не слетел, нахуй. Ну, тут все ограждено для этих, для соревнований, это видно. Чтоб никто никуда не слетел, не съехал. Хотя это может просто ограждено. Почему для соревнований? Так. Я на самой верхушке. Я вижу броник. Я вижу моцик. Не моцик, точнее, а велик. Еще я вижу парашют. Парашютом бы пользоваться не хотелось. Так, велосипед. Ну, если, блядь, сейчас миссия не начнется. Ты охуел, что ли? Навык велосипедиста? Ты что, ебанулся, блядь? Ты чё, сбрендил, игра? Блять, вы издеваетесь? Я сегодня выполню какие-нибудь топ-миссии. Меня... Ты посмотри, меня обламывают. Я нахуй сюда ехал, ёбаный. Ну вот, вот на этих тачках точно никаких миссий нету, потому что я их брал. А какой у меня уровень? Слышь, чего? Блять, окей, я вообще всю игру не ездил на велосипедах. Я, блять, откуда мог знать? Ёб твою налево! Пиздец, я понял, это мы сегодня тоже нихуя не выполним. Это нужно, блять, сидеть не один час, судя по всему. А что мы тогда можем? Что мы тогда можем? Четыре задания нужно гуглить. Чекпоинты нужно гуглить. Горные велосипеды нужно качаться. Недвижимость по ходу. Блять, тогда... Миссии курьера я тоже не ебу. Тогда, блять, поехали. Выполнять единственное, что я знаю, где он точно находится. И... Вот как-то так вот. Да. Бляха. Ебать, долго поехать придется. Ну пиздец. Ну откуда я мог знать? Ладно, мы все, едем на велосипеде. Я специально не буду менять транспорт. Будем считать это тренировкой. И тренировкой к будущим заездам. Вот, нам придется прокачивать. Вот как ни крути, придется прокачивать этот ебаный велосипед. Получается. Ну, блять, кто знал, что для него отдельный навык? Что там вообще он тренирует? Как педали крутить? Это пиздос, конечно. Ну ладно, хуй с ним. Поедем. Поедем, помчимся. Спокойно. Ну тихо, тихо, тихо. Ага. Главное не наебнуться, а то я там даже... Это что такое? Это что сейчас случилось? Бляха, смотри-ка, я там что-то видел. Это что? Да ладно. Чувак, ты как сюда попал? Ёбаный в рот. А, нихуя, у вас тут чё? Может быть, я здесь на какие-то гонки смогу попасть? Тут, ебать, еще их искать, что ли, нужно, эти соревнования? Я думал, все в одном месте.
Ты охуеть не встать. Слушай, пацаны, это нормально, что вы едете тут по трассе для великов? Ёбана. Ну, за это мне должны просто сейчас прибавочку дать. Ну, какие 500 долларов? Прибавочку я имею в виду за этот. По прокачке на великах. Ля, вот это прикол, я еще первый раз это место вижу, по-моему. За все время игры. Вот ты хорош, красава. Красава, молодец. Так, секунду. Так, продолжаем, друзья. Едем дальше. Ух ты ж. Ух ты ж, ёптыш. А как же мне теперь отпуститься, сука? Эх, была не была. Ёбаный в рот, нормально. Навык велосипедиста прокачался, естественно. Я, кстати, не знаю, каким образом тут прокачивается. Может быть, он как-то считает за километраж, сколько я пролетел. Взял, прибавил мне. Короче, фиг его знает. Ладно. Едем на задание. Серии сегодня будет, получается, немножко подольше, потому что мало ли мы что полезного сегодня сделали. Вот, ну, я, честно сказать, вам не знал, что так получится. Я ожидал, что мы сегодня выполним, ну, половину миссий точно. Всех этих дополнительных, а по итогу половина непонятно где находится, потому что GTA-шка не дает понять, где эти миссии вообще спрятаны, где их не искать. Вот, для половины миссии, блять, приходится прокачивать еще что-то. Это вообще пиздец, конечно. Я этим абсолютно недоволен. Блять, давай шевели что ли педалями. Быстрее как-то. Еле едешь, сука. Я не понимаю, как тут... Тут же как-то ускоряться можно. Ну, не на стрелочку вверх. На shift. Вот он едет так быстрее или не едет? Если я вот правый shift буду нажимать правой рукой. Тебе нормально, нет? Блять! Возьми велик. Да куда ты лезешь, корова, блять? Съебись отсюда. Сука. Бляха, просто не очень удобно постоянно тыркать левый shift. Я так понимаю, его нужно нажимать постоянно. Типа вот я его удерживаю, он просто едет, да? А если я начинаю его тыркать? А ему похуй, он, блядь, тоже просто... А, блядь, на W нужно нажимать, что ли? Вот как оно. Я же точно помню, что тут есть эта хрень с ускорением. Только я думал, что она на отдельную кнопку, она нужно просто на W тыркать. Как ненормально. Я еще думаю, что он, блядь, нихуя у меня не ускоряется. Блядь, ну на W тоже такой себе тыркать, если что. Палец, мне кажется, у меня очень быстро устанет. Навык велосипедиста улучшен. Теперь сможешь совершать более высокие прыжки и проворачивать на более высоких скоростях без риска свалиться с велосипеда. А когда я смогу на соревнованиях кататься? Не написали. Ну, я думаю, нужно половину как минимум прокачать, чтобы эта возможность нам с вами открылась. Пока что рано, пока что рано. Пока что едем. Ну, прокачивается более-менее нормально. Не как на мотоциклах, то есть... Да, сука, заебали! Гондоны, блядь. Куда вы нахуй беретесь? Я какой-то плохой дорогой еду, да? Мне сейчас нужно будет направо повернуть. На ближайшем по... А где этот карьер-то, Хантер? А, ну вот он. Короче, нужно будет сейчас... Надо было раньше повернуть. Ну ладно, уже хуй с ним. Тут повернуть. Потом опять направо повернуть, потом налево повернуть. Да. Все, едем. Направо, направо, потом налево. На повороте. Короче, я буду ускоряться, чисто чтобы... Ну, во-первых, ехать, чтобы быстрее. Во-вторых, может он так прокачается побыстрее у меня. Черт его знает. Короче, едем. Едем, гоним из всех этих.
Давай, 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 дружище. Не тормози. Сожри там сникерсни. Во, нормально. Хорош. Красавчик. Красавчик-молодчик. Едем, 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 едем. Бать, он мчит, конечно, да? Быстрее, чем эти. Чем тачки. Это неплохо. Еще бы тыркать не приходилось постоянно. Я бы вообще... Спасибо ему сказал. Так, значит, тут нам нужно повернуть налево. А что ты не разгоняешься, придурок? О, нормально. Тут через мост. Давай, 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 давай. Я жму, блядь, как этот. Как черт, я не знаю, слышите ли вы мои нажатия бурные. Но я прям нажимаю здраво. Я прям нажимаю без остановки. Навык велосипедист за мной прокачивается. Вам чуть-чуть видно там. Это хорошо. Сейчас мы прокачаем, прокачаем, ёпте. На фул прокачечку сделаем. Без проблем вообще. Бляха, да где этот карьер-то? А, вот он, где-то тут. Вот этот забор, похоже, уже нужен и нам. Да-да-да-да-да-да-да. Как сюда заехать? Давай-давай-давай, дружище, ты что делаешь-то? Нахуй ты на заднем колесе катаешься, придурок? Ты, блядь, сначала на двух научись. Потом на одном будешь. Ага! Слезь. Карьер! Миссии карьера мы не выполняли, то есть нам нужно выполнить все 7, я так понимаю. Угу. А они все рядом тут будут, я надеюсь. Очисти путь, собирая камни. А, сбрасывая камни. Типа вот так вот. И все? А мне их куда, в одно место нужно скидывать или просто вниз? Не, походу просто вниз. А в чем смысл, блядь, их просто вниз скидывать? Типа, они, блядь, час лежат на дороге, они и будут лежать на дороге, нет? Блядское говно, нихуя не разворачивается. Я просто боюсь, он попадет вообще, нет? Так, ладно, едем там он. И камень есть, и спуск. Нормально все. Бляха, 7 миссий. Это мне с каждым разом что, все больше камней будут давать или что? Куда эту хуйню скидывать? Ёб твою налево. Это говно очень плохо поворачивает. О, хорош. Давай, 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 дружище. У нас всего 2 минуты. И еще 4 камня. Можем и не успеть нифига. Блять, еще и скидывать непонятно, куда приходится постоянно все. Красиво. Где еще камни? Вон вижу 2. Третий, по-моему, тоже видел. Но он что-то в жопе мира находится. Ладно, нормально. Не, ну слушайте, это несложно пока что. Засчитала, засчитала. Блядское говно. Проблема этой миссии только в том, что эта хуйня не поворачивает и не может заехать в горку. Ты поедешь, нет, сегодня? Спасибо. Блядь, серьезно, отвратительный транспорт. А, я ебать. Нет, такой хуйни там не было до этого. Я думал, я скидываю в какие-то эти контейнеры эти камни. Бляха, ну миссия вообще такая себе, честно скажу. Вот вообще не айс. Мне пока что прям не нравится. Ну я скинул, окей, у меня еще 40 секунд. $500. Красиво. И что, едем дальше?
Продолжаем. Сейчас типа будет больше камней, а времени больше дадут или нет? Вот этот вопрос хороший. На самом деле это чем-то похоже на... Не прям сказать, что похоже. А на миссию медика. Потому что там тоже нужно было выбирать идеальный маршрут. Вот, чтобы успеть всех этих собрать. Так, что, 1,5 минуты? А что сделать нужно? Установлено за офисом, передвинь ее в безопасное место. Где? Ёб твою, давай быстрее. И где бомба? Блять. И в какое место безопасное? Вот туда, типа? Я думал, тут все миссии такими будут. А, еще одна бомба. Я понял все. Ты как? Ты не дури. Ты не дури, ты не шути так со мной. Где еще одна бомба установлена? Короче, время дают. Время дают, это хорошо. Бляха. А то, что ее вкатить в бомбу, это в горку сейчас мне придется. Это говно саму-то в горку не может заехать. Оно мне... Ой. Я случайно. Ты мне еще и катить предлагаешь. Я бы еще вон на подъемнике эти бомбы примагнитил. И скинул бы все куда нужно. Давай, поехали, ёпта. Ну, блядь, я надеюсь, разработчики учитывают, что... Ну вот что это такое? Я, блядь, переехал. Ё. Что транспорт говнючий и времени дают с запасом. На все это безобразие. Да ты хорош, сколько миссий-то всего. А там, где бомба? Блять, нахуй я ее перекатывал? А, это не бомба. Я думал, мне сюда нужно опять прикатить. Так, ну там ладно, там недалеко. Сука, ебучее говно. Ну какой же отвратительный транспорт. Он, блядь, просто неповоротливый. Я, кстати, вон еще одну бочку вижу. Уже заранее. Блядь, развернись, собака, нахуй. Да куда ты, говно? Ебаная, стой. Давай, давай, отлично. Дед, нет, я опасаюсь, что я не успею этот отъехать, и эта хрень взорвется прям. Прям на мне взорвется. Ну, пиздец. Да, блядь, пропустите. Нет, только не туда! Сука. Охуенно, и что мне делать? А это все. Я ее, блядь, оттуда никогда в жизни не достану. Прекрасно. Охуенное задание. И что мне с этим делать? Сраза. Блядь, 1,5 минуты. Ну пиздец. Выкатись оттуда, тварь! Засчитай, спасибо! Выйди, 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 придурок! Хорош. Ебать, взорвалось не вовремя. Засчитала, блять, ну вот это спасибо. Вот это спасибо, что... Немножко больше дали пространства, так сказать, для маневра. А то, ну это ж пиздос. Ладно. 2 из 7 есть, едем дальше. Пока нормально, пока идет. Потихоньку. Я, конечно, подорвал этот бульдозер ебучий, но... Что я могу поделать? Я ж не специально. Вы ж видели. Он сам загорелся ни с того ни с сего. Я вроде даже не близко находился.
Вообще у меня время было, почему она так рано взорвалась? Ёбаная бомба. Короче, все 7, я думаю, мы сегодня выполним. Чё сейчас? Читаем. Члены, которые взорвали бомбы, удирают, на используя этот дампер, чтобы избавиться от них, пока они не скрылись. А где они? Карта. Ага. Блять, это, по-моему, немножко не относится к тому... Ну ладно, не суть. Здоровье, это ж чье здоровье? Мое здоровье? Мои тачки, типа? Или это их здоровье? Но мое здоровье сейчас не убавилось. Ебать, это они едут вот на том грузовичке? Что, с ума сошли? И как я их должен перевалить? Ноу-ноу-ноу, так. Но эта миссия поинтереснее, естественно, будет, чем развозить говно с места на место. Так и шо? А что я могу с ними сделать? С этими упырями. А, ну да, это их здоровье. Я так понимаю. Можно я их в воду тупо скину? И все, блядь, серьезно? Изи. Вообще без проблем. Блядь, ну охуеть, такая большая тачка из-за двух моциков. Чуть не перевернулась нафиг. Прекрасно, прекрасно. Три же задания, да? Третье задание из 7 выполнено. Едем дальше. Выполнять четвертое. Ну ладно, если миссии будут вот такие, более разнообразные, то я, в принципе, не против таких миссий. Эта миссия, это задание, конкретно это задание мне понравилось. Тупо, блядь, чуваков скинул, 2 косаря заработал. Это хорошо. Чё еще? Чё еще ты приготовила для меня, игруха? Покажи. Хорош? Ой, ну я не специально. Только давай вот не на этом, ебаном. Блять. Сука. Как мои, как тела оказались там, я не совсем понимаю. Где транспорт-то, ёбаная? Тихо, карта. Блять. Че он там-то? Как туда попасть вообще? Зараза. Блять, ну пиздец, как мне тут подняться быстро теперь? Да, блядь, есть подъем-то или нет, зараза! Залупная хрень. У меня время тикает, 3 минуты. Ну охуенно, блядь! И зачем это делать? Пиздец, блядь, просто полный. Охуенно, вот зачем такую хуйню вытворять? Чтобы я, блядь, лишние 20 секунд... потерял. Я просто по кругу прокатился. Прекрасно. Вы, блядь, сразу не могли сказать, как туда попасть нормально, нет? Да, блядь, вообще хуй доенешь. Через внутреннюю эту логистику. Но я не успею, скорее всего, уже. Надо было не так долго тупить. Ну, хотя, кто его знает, может, еще что-то. 2 минуты, в принципе. До главного входа. Хорошо.
Блять, сейчас скажут, взорвите, пригоните бочку, еще какую-нибудь хуйню. Я больше чем уверен. Не зря так много времени давали. Спустись в самый низ. Ну, в самый низ-то я спущусь. Хотя времени остается минута 40. Так, ты Киризы. Ты мне точно в самый низ? Ты меня, по-моему, наябываешь немного. Вот я, блядь, в самом низу. Это нихуя не самый низ. Уй, да ладно. Хорош, они, блядь, сами слетели, кстати. Ебать, ну, даже несмотря на то, что я тут жестко тупил вообще. Игра, блядь, щадит, просто щадит с этими миссиями в карьере. Это у нас какая была? Четвертая? Отлично, осталось три. Прекрасно вообще. Едем дальше. На самом деле, я думал, что эти миссии будут сложнее и дольше. Ну ладно. Я тут припаркуюсь, никто не против. Думаю, что нет. Так, тут чего? Да ёпта, загружены бочки, поэтому вести машину нужно аккуратно. Отвезите бочки на аэродром в пустыне. Так, аккуратно, я понял. Блять, я надеюсь, я не сдохну и не просру все, чего я добился. Спокойно, карта. Так, тут едем по прямой. Блядство, разврат. Сука. А, по прямой. Дальше, я думаю... Какую что-то налево свернуть. Там, в принципе, заезд на этот аэропорт. Блядь, давай, наверное, налево. Короче, налево, потом на ближайшем повороте направо. И погнали. Главное, чтобы эти бочки у нас не сползли никуда. Блять, а это же все еще и на время. Сука. Это на время и на аккуратность. Это плохо. Плохое сочетание. И времени, кстати, дается нихуя немного. А ехать надо дохуя. Так, вот тут сейчас нужно будет повернуть направо. Пацаны, пропусти, у меня взрывчатка. Так, тут чего? Тут едем прямо. Сейчас прямо, потом налево. Значит, тут прямо, потом налево. Без проблем. Хорош, проехал, блядь, я думал, не впишусь уже. Все, не гоним. Не гоним, времени у нас есть. Главное, чтобы там еще что-нибудь делать не заставили. А почему, блядь, на этот, на аэродром? У меня, блядь, там так-то самолеты стоят. Ничего, нормально все, джетпак. Вся хуйня. Более безопасного места не нашлось? Куда-нибудь в пустыне на горе Чилиат. Выгрузить. Тихо, блядь, ублюдок какой-то меня чуть протаранил в бочину. Полторы минуты, нормально. Так, пацаны. Пацаны, спокойно. У меня еще минута, время есть. Время есть даже на какие-то дополнительные их непонятные миссии. Ну, сейчас, наверное, скажут, типа, выгрузить и съебитесь отсюда подальше. Ба, чувак провалился. Не даст им взорваться. Быстрее. Еба, мне еще бонусы какие-то дают. Так, отлично, 5 миссий, осталось 2. Осталось 2. 5 миссий, 5000, отлично. Ну, как я говорил, миссии несложные. Это радует.
Поедем, что, по той же трассе? Нет. Ну, поехали по той же. Остается две. Серия выйдет, получается, ну, больше, чем на час уже. Уже понятно, что больше, чем на час. Ну, блядь, ну вы сами видели. Как бы тут все по делу было. Я не виноват, что так долго времени ушло на непонятно, не пойми что. Ничего с этим поделать. Ну, три серии будет на дописи. Ну, хуй с ним. Ну, ладно. Три так три. Может быть, две. Я не знаю. Может быть, мы дальше просто помчимся по всем этим допам в следующей серии, когда будем знать, что, как и где. Мы уже, в принципе, сейчас знаем, что нам велосипед надо прокачивать. Поэтому нам уже полегче немного. Будем специально на нем кататься, чтобы прокачку себе заиметь. Бать, откуда здесь самолет? Вот откуда он здесь взялся? Здесь стоял он хоть когда-нибудь? По-моему, нет. А может быть и да. Не знаю, ладно, не суть. Так, я приехал. Я приехал, я красава. Отлично. Ну, немножко дом протаранили. Кстати, было бы прикольно, если бы на такой хуйне можно было таранить здание, серьезно. Ломать стены там, заборы, которые не ломаются на обычных этих. Это было бы круто. Попадали бочки с взрывчаткой, фотин, используем, чтобы очистить. Окей, быстрее нахуй. Спокойно, карта. Карта, 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 карта. Ёб твою налево. Надо вот сюда метку ставить и... Короче, сейчас налево и до метки. Чтобы нам не сбиться, чтобы нам не потеряться. И 2 минуты 40. Бляха, для этого драндулета 2 минуты 40 это вообще ни о чем. Ну вот ты видишь, я не поворачивал налево. Он, блядь, сам взял и повернул. Я, может быть, чуть-чуть нажал, чтобы в ворот войти, а он, блядь, вообще нахуй непонятно куда заезжает. Я тебе говорю, для этого драндулета это очень мало времени мне дали. По железной дороге. На эту железную дорогу еще заехать нужно. А эта хуйня заехать сможет? Я не уверен. Ладно, вон железное. Да блядство. Давай, 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 родная. Пошевелись. 2 минуты остается всего. Мы еще только до места. Мы еще даже до места не доехали. Сука, ну что ты делаешь? Вот он, блядь, взял и просто нахуй повернул. Говна кусок. Давай, может, ты по железнодорожным путям как-то будешь получше себя вести. Может, тут что-то поднимается? Это поднимается. Это, может быть, из-за этого у меня все так плохо рулилось. Блядь, а куда мне их скидывать-то, ёбана? Просто типа. А я не успею. Вы чё, с ума сошли? Их очень много, у меня осталось 1,5 минуты. Это нереально. Их очень дохуя там еще. Это сложная миссия. Да катись, блядь, говно. Все, нормально. Ну, в принципе, ладно, нормально. 3 бочки остается, 50 секунд. Почти, 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 почти 50 секунд. В принципе, их не надо далеко укатывать, как я думал. Ладно, успеем. Ну, тут, блядь, реально впритык. На прошлых миссиях времени гораздо больше давали. Гораздо больше. Тут, учитывая, что это говнище нихуя не едет, дали очень мало. Поезд приближается. А я что могу сделать? Ну, пусть приближается. Ну, бочки я все скинул. И все? А, хорош. Так, с этого говна я, естественно, слезаю. 6 миссий. Осталось 1 квест. Опа. Дружище, ты вовремя. Осталась 1 миссия, и я намерен ее выполнить. Ну, серия получается примерно на 1:10 выходит. Ладно, ничего страшного.
Ничего страшного, нормалек. Едем. Чувак, а как ты, блядь, едешь по этой полосе? Тут только что поезд проехал. Окей. Я не знаю, как, блядь, оставим это на совести разработчиков. По идее, они должны были столкнуться. Ну, хуй с ним. Надеюсь, что эта хуйня меня не обманывает, и миссии всего 7. Что это реально сейчас последняя. Давай, удиви меня. Хотя нет, не удивляй, в пизду. Попроси что-нибудь. А, был убит коп, используя бульдозер, чтобы избавиться от тела, пока копы сюда не сунулись. Хорошо. Такой же был уже. Мы уже избавлялись. Так, копы будут через 8 минут. Блять, очень много времени дают почему-то. Почему так много? А, блядь, на вот этом бульдозере. А чё взрывается, я не понимаю. Ёб твою мать, самолеты нахуй падают. А можно убрать? Убери! Блядь, я первый раз вижу, чтобы самолеты падали. Просто, блядь, ни с того, ни с сего. Тело и мотоцикл до зоны погрузки крана. А, блядь, почему я не могу просто сесть на ебаный мотоцикл? В чем проблема, блядь? Сесть на ебаный мотоцикл. Можно? Я не буду выходить. Он провалит миссию, я уверен. Но это бред. Блядь, не заезжай, пожалуйста. Вот туда вот. Сука. Сука, да ёбаный в рот, ну это говно скатывается, можно? Ага, сейчас. Сядь на эту хуйню. Сядь! Блять, он не садится. Собака, ну я должен вытолкать как-то сам. Он застрял. Я, блять, отсюда как должен бульдозером-то это выковыривать ебучим? Параша, а? Ну что за квесты, блядь, ебаные? Сука. Ладно, погнали. Быстрее, 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 блядь. Как-то хуя времени ушло. Ну ебучий, сука, мотоцикл. А что я могу сделать? Блядь. Ну это отвратительно, ну вы чё, ну серьезно, я теперь понимаю, почему так много времени дали. Ну это ж хуйня вообще не едет в нужную мне сторону. Она, блядь, просто укатывается. Я не понимаю, почему нельзя, блядь, просто взять и докатить его руками. У него, блядь, есть колеса, взял да поднял. Я надеюсь, с телом не будет таких же проблем. Блять, это ведь только до подъемника. Потому что на подъемнике этим ебаным что-то делать придется. Ну засчитывай, сука! Блин, толкай тело. Интересно, каким образом тело будет примагничиваться? Ну ладно, разберемся. Блять, ладно, хоть это все еще не... Да куда ты поехал? Вот ты дурень. Бляха. Да ты залупа, что ли, какая ебучая? Какого хуя? О, это пиздец. Нет, я не успею, мне кажется. Я не успею. Это какая-то ебаная параша, блядь, а не миссия. Давай, на дорожку. Да какого хуя ты, блядь, его переезжаешь-то, дурень? Пиздец, блядь, и что? Ты максимально опущен, нет, скажи мне.
ты опущенный ублюдок. Наконец-то, кати, кати, кати это говно. Кати! Сейчас главное, чтобы не сорвалась, не сорвалась птичка. Блять, не туда, нахуй. Ёбаный в рот, 3 минуты. Слезай на кран, быстрее, нахуй, блять, пиздец, какое же говнище. Быстрей, 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 быстрей. На кран, на кран, на кран, на кран, на кран. Хе-хе-хе-хе-хе. 3 минуты. Что мне нужно сделать за 3 минуты? Сразу, блядь, почему нельзя сразу сказать всю задачу? Чтобы я понимал. Enter. Погрузить тело и мотоцикл. Блядь, и потом еще уезжать придется, да? Ой, это пиздец. Блять, а как мне его вперед-то подвинуть? Пиздец! Да блять, он не соответствует тому! Ну это пиздец, мне сейчас еще куда-то ехать заставит. Это ебануться. Блять, да это жопа какая-то, сука. Да опусти ты, да куда ты, да почему так раскачиваешься? Ну, блять, ну это невозможно сделать, запутаться. Ну что, ну блять, ну как остановить-то эту хуйню? У меня минута. Что я, блядь, должен сделать за минуту? Тут с ума сходишь. Игра. И что, блядь, там тело не цеп... Сука. 40 секунд. Я ебал. Садись, да, блядь, 20 секунд, серьезно? Еще что я должен сделать? Охуенно. Да спасибо, блядь. Идите в жопу, блядь, вывалился из кузова. Вы не охуели часом? Ебанутая, блядь, миссия. Просто пиздец. Ну что это за говнище? Это говно, не миссия, ебаный в рот. Вывалился из кузова. А я что могу с этим сделать, блядь? Вывалился он из кузова. Ты, блядь, еще больше времени мне дай. Точнее, еще меньше. Там, блядь, не только вывалится это из кузова. Быстрее, нахуй, все. Мы знаем, что делать нужно. Параша, блядь, ебаная. А не миссия. Быстрее, 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 дурень. Сядь, ебланище, блядь! Тибил! Ладно, мы очень много времени потратили на то, что толкали, блядь, вручную вот эту хуйню. Вы сами видели, почему я, блядь, ее толкал. Потому что это дерьмище, блядь. Оно опять туда укатывается, сука!
можешь нормально сделать, нет? Отлично, минуту сэкономили, нахуй. Еще теперь бы до финиша довести. Да куда ты едешь, господи, почему, блядь? Ёбаная физика. Ты, блядь, почему ты уезжаешь вправо, объясни мне, собака. Да ты можешь просто прямо-то катиться, нет, какого хуя? Каким образом, блядь, я эту хуйню должен докатывать до сюда? Толкай, блядь, тело, я тебя толкаю. Ладно, сейчас у нас будет времени в любом случае больше. Потому что мы, по крайней мере, знаем, как тут что делать. Куда ты поехал, дурень? Стой, собака! Никуда не катись. Вот это хорошо, мы сейчас навезли. Так, все, без проблем. 5 минут. Бляха. Из рук вылетело от напряжения. Все, нормально. 5 минут. Теперь я знаю, как с этим краном ебучим работать. Без проблем. Блять, еще идти потом ехать аккуратно заставит. Потому что это все говно вываливается. Ну, теперь мы, по крайней мере, это знаем. Я уверен, даже в прошлый... Ну, если бы я как бы в прошлый раз успевал, я бы все равно ехал, как обычно, быстро. Вот, неаккуратно, и... У меня бы все слетело 100%. Блять, обзорчик, конечно, шикарен. Хорош. Блять, не понимаю, я попадаю, там нет. Попал, отлично. Ну смотри-ка, сейчас у нас времени явно больше. И сейчас мы действуем явно лучше. Ну сейчас я знаю, что как делать. До этого я не знал. И то, блядь, непонятно докуда еще вести эти потом тела все. Нас заставят. Тихо, не попал чуть-чуть. Да ёб твою мать! Есть такое дело. Блять, каким образом мне тут аккуратно ехать? Ну, я еду аккуратно. Что, я так понимаю, просто тупо не гнать, что ли, нужно? По идее, оно должно выпасть, блядь. Тут такие, нахуй, наклоны. Оно до этого скатывалось у меня вообще, как нехуй делать. Ну, все, едем аккуратно, блядь. У нас сейчас есть время, по крайней мере. Я очень не хочу это все повторять, чтобы оно слетело у меня сейчас тут. Поэтому, блядь, похуй. Блядь!
Блять, придурки, что ли, вы какие, а? Ладно, похуй, две минуты нормально. Бляха-муха! На какую кнопку-то? Но нет! Сука! Падай, собака! Блять, там тело лежит. Блять, да ему похуй! А ему похуй! Давай, давай, давай. И чё? Ху, я думаю, не засчитает, потому что я не с этого свалил. Ебать! Просто, блядь, подпнул нахуй. Вот это жесткая миссия. Ему сейчас будет приносить доход. 2000! С ума сошел. Пиздец мало. Фух. Ебануться, блядь. А нахуй мне вот это нужно? А, ты будешь пытаться свой рекорд. 23 минуты. Ну, типа, 7 миссий за 23 минуты я выполнил. А нахуй я вот это говно-то, блядь, сохранил? Ну, типа, упал, бану и упал, не похуям ли, нет? О, жесть. Это мог бы быть фейл на самом деле, если бы этот... Если бы нам не сосчитали, если бы их нельзя было докатить вот так вот вручную, это был бы реально фейл. Блять, мне вообще кажется, что если бы я вот на, ну, на том этом грузовичке быстрее бы их просто дотолкал. Чем вот это, блять, погрузка... Хуюска. Хотя фиг его знает, вряд ли. Может и нет. Они, блядь, скатывались там отовсюду. Ладно, похуй. Сделали и сделали. Все. Едем сохраняться и заканчивать. Серия вышла вместо часа 10. Час 23. Вообще я планировал эту серию минут на 40, на 50, если уж на то пошло. Вот, ну, видите сами. Что произошло, что случилось. Короче, в следующей серии будем прокачивать велосипед, будем гуглить, где всякие миссии курьеров и тому подобное. Где задания в тирах. Но пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте, добавляйтесь ко мне, друзья, я вас приглашу в беседу. И увидимся с вами в следующих сериях. Всем до встречи и всем пока.